Вижу. Смотри, ну рыба обнаглела, прямо это, уток клювом отодвинула и поплыла дальше. Клювом, говорю, мордой. Смотри, какая рыбина ходит, видишь? Опа, ух ты. Вот ты кинь, Вэлин, ты кинь, один что-то фоткает. Посмотри, еще там маленькие рыбки. Ближе сюда кидай, Вэлин, вот сюда прямо. Вот там еще понемножку. Маленькие рыбки. Да? Все знают, что здесь кормят. А это ж вообще монстр плавный. И эти поняли, ага, там нет, надо сюда посмотреть. Вон, смотри, какого, какая красавица сплыла. Где? А вот здесь, вот она. Вот, смотри, какая... Это сомик, не? Да что? Ого, карпик. Усики висят. Видишь, какая возьма, видишь, какая она красивая. Смотри, смотри, рыба прямо распихивает уток. Где рыба? Слушай, посмотри, что себе. Вот это фотка. Вот это вот. Во-о-о-о. А что? А такая здоровенная. Угу. Где? Смотри. Рыбы, видишь, какие большие внизу. Вот это рыбки. Слушай, они ругаются, и потолкали друг друга. Ну, кому что-то... Вон, вон, смотри, смотри, вон, вон. Это сом, не? Не, это... Вот она большая. Это карпы. Карп такой большой. Причем они невкусные. Они уже старые, вонючие. Да, они пахнут тиной. Вот, тиной пахнет, ты понял? Вот. Блин, смотри себе оставь, ладно, поешь у них. О, смотри, смотри, какая спина. Ого, а что так надуто? Там олень. А что такая спина маленькая? Ну, жирные такие. А там внизу, блядь, зеркальник. Это сом. Нет, зеркаль. Сом. У него висят там веревки. Висят. Нет, это карп зеркаль. Слушай, такие веревки вот сома висят. Угу. Надо если вот так сом. Там... Ну, посмотри, какая чешуя, видишь, какая здоровая? У карпа не бывает. Так, бывает все. Много ты знаешь. А ты видишь, вот беленькую? Видишь, знаешь, это гобли есть. Там есть такой мульч. Который вот этот большой. Вот этот. Вот этот маленькая. И а, смотри. Вот этот. Из каких они? Вот там. Я хочу покормить вот рыбки. Мама, хочу... Это рыбки такие, что сами себя покормят. Я чу. Маленькие. Что рыбка? За они большие вот есть. Видишь, они раскидали чу. Этот лес. Я чу первый покормить. Как говорится, в разных сторонах. Видишь, все. Не давай. А где большая рыба? А вот внизу, вот она ходит, вот прямо под берегом. О, опа, мелкая набежала. И, видишь, я вон, вот, смотри, какая большая. Смотри, хочу, какая. Я хочу ее кинуть, чтобы она покусала, а не кушает. Не, кушает. Вот. Ну. Смотри, какая она гладкая, Вань. А чешуя здоровенная. Ой, а это корова. Смотри, вот какая. О! Ничего себе! Это что было? Это от берега отошла. А сейчас что попробуем. Если бы эти это были эти самы, они бы уже половину уток проглотили бы. Если они шу? Они кушают уток? Да они все кушают. А где рыба? Вон, смотри, как поднимается вверх. Где у нас? Гена. Гена? Сейчас, вот маленькие рыбки. Сейчас где-то там большие подойдут. Я хочу за их покормить. Вот, вон рыбка пошла далеко. Я хочу их покормить. Я чую один уток на руке. Или попутать. Вот смотри, вот. Это как покемон, он так карабкает. Ну, покемон, да. Да, мам, это карп. Смотри, это ноги. Что-то я чистила, что-то внесла, там не было усы. Потому что был маленький. А, тут старик, да, Сусан? Да, вон, смотри, какие. Ну, смотри, сейчас вылезет и поздоровается. А утки обнаглели, конечно. Такой рыбине по морде лапами. Шлеп, шлеп, шлеп.